Такое тесто. Легкое, хорошее прям. Все, поставляю отдохнуть на 10 минут. Так, для начинки килограмм у меня фаршу гусиного. Сюда я отправляю перец черный, чайную ложку. Соль по вкусу. Как перемешаю, я попробую. И вот я в блендере вот перемолола лук. Тут у меня полкилограмма. Ну, не обязательно полкилограмма. Сколько есть у вас для вкуса. Теперь хорошенько я вот так размешиваю. Мы любим, чтобы лука побольше было. Так, теперь, друзья, смотрите. Я вот воду взяла ледяную. Вот так, полстакана. Чуть меньше полстакана для сочности. Все, вот это нормально. Так, тесто у нас отдохнуло. Теперь. Так. Так, на одинаковой части сейчас я порежу. Даю отдохнуть еще минут 10. Так, тесто отдохнуло. Начинаю раскатывать. Такие получаются. Так, на разогретую сковородку с маслом кладу чебуреки. Это не хочет сдуваться. Так, теперь я ее переверну. Вот вы тут посмотрите. Какая красота. Так. Вот так. Вот такие вкусные чебуреки получились. С молоком нормально, что ли? Прекрасно. Молоком. Все, что жарено, всегда с молоком едят. Идет. Ну да, кушай. Так, друзья, вот такие чебуреки получились. Сейчас, которые холодные, достану и оторву. Вот видите, вот. Все сочные такие, вкусные. Если, друзья, рецепт вам понравился, поставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока!